В минувшие выходные губернатор Приморья Олег Кожемяка поздравил жителей края с Днем народного единства. Торжественное мероприятие прошло на центральной площади Владивостока. От всей души поздравляю вас с Днем народного единства. Праздником, который на протяжении сотен лет объединяет наши народы. Именно в единстве народа и наций кроется наша сила, прошедшие через суровые многовековые испытания. Гостей праздника ожидали выступления творческих коллективов, тематические фотозоны, ремесленная мастерская с мастер-классами, площадка для сдачи комплекса ГТО и площадка «Письма героям», где дети могли нарисовать рисунки, а взрослые написать письма с пожеланиями, которые затем отправят участникам специальной военной операции. В торжественном мероприятии принимали участие представители органов власти, национальных объединений, общественных организаций, депутаты, студенты и просто неравнодушные жители края. Анна Дьякова, новости на Восьмом.